Здравствуйте. Сегодня распакую фурнитуру. И основная масса этой фурнитуры будут шапочки. Шапочек много не бывает. И поэтому начну со самых стандартных шапочек, цветочков. Чем они меня привлекли? Во-первых, ценой. Во-вторых, количеством. Вот такие вот. Сейчас наведу лампу. Вот такие вот малюсенькие шапочки. Хоть написано, что они 6,5 мм, мне кажется, что они меньше. Бронзового и серебряного цвета. Их в упаковке 400 штук. Металлические, очень симпатичного качества, красивенькие. Такие маленькие-маленькие шапочки. Они всегда нужны и всегда их не хватает. Особенно вот бронзовых. Серебряных как-то у меня поменьше в последнее время стало уходить. Теперь все время задалась целью поискать шапочки красной меди. И вот я нашла вот такие симпатичные, их тоже много. Они называются 5-миллиметровые, но мне кажется, что по размеру они больше, чем предыдущие. Но смотрите, какой у них красивый рисунок. Вот такой вот рисунок у них красивенький. И они такие симпатичненькие. Их 200 штук в упаковке. И раз я уже покупала такую медь темную, то я уже прикупила и черненое золото, и серебро. Такие же шапочки в одной позиции вы их найдете. Еще нашла медные шапочки миксом. Тоже иногда надо сделать одну-две бусинки. Ну, в миксе попадаются и предыдущие шапочки, которые я вам уже показывала. А есть очень симпатичные, совсем малютки. И много всяких симпатичных в этом миксе шапочек. Микс небольшой. Тут всего 100 штук их разных. Но иногда вот нужно куда-то что-то вставить, там капельку какой-то оформить шапочкой, и нет. И вот я покупаю такие миксы, в них всегда можно найти что-то приличное. Черные шапочки тоже редкие. Я уже вам показывала. Черные, чем эти меня привлекли, что они малюсенькие, опять же. Они маленькие, 5-миллиметровые, и их тут много в упаковке. Вот такие красивые филигранные шапочки. Но что я заметила в черных шапочках, чем они тоньше, они ржавеют. То есть совсем тонкие покупать не нужно. Нужно покупать все-таки более плотные. Вот эти поплотнее. Потому что я купила филигрань совсем тоненькую-тоненькую. И вот несколько штук было ржавых. Еще интересные шапочки. Это патина. Их всего 20 штук. И они даже не шапочки, я бы сказала, а диски. Они практически вот совершенно плоские. Но они, наверное, должны идти на огромные бусины. Или на керамику очень хорошо. Тоже могут подойти. Вот такие вот красивые цветочки. И колпачки. Колпачки патина. Колпачки патина, их побольше, тоже редкость, их редко увидишь, в основном колпачки серебряные, бронзовые, золотые, а тут вот такие вот симпатичные колпачки, смотрите, патина, такие, очень даже ничего. Их в упаковке 30 штук. Правда, стоят они солидно. И последняя моя находка в патине – это вот такие ромашки. Всем известные ромашки, но в этот раз они золото с патиной. Серебро с патиной, к сожалению, такое я не нашла. 100 штук здесь в упаковке, 5-миллиметровые зелененькие с золотом ромашки. Дальше немножко проставочных бусин. Это даже не бусин, это такие рамочки. Опять же, в красной меди.
такие вот квадратики. Очень симпатичные. Их здесь 10 штук. У меня очень много сердолика и красного оникса. И вот я решила подыскать к ним фурнитуру. Уже по дороге как бы нашла вот такие вот шикарные. Даже не знаю, это как пряжки. Но посмотрите, как они здесь красиво сделаны. Это черненое золото. Через них можно пропустить несколько нитей бусин. Что я, скорее всего, и сделаю. Они очень мне понравились, и поэтому я их купила. Вот такие они солидные, красивые. Их тут в упаковке 10 штук. Еще из проставочных, интересных, на мой взгляд, вот такие бусинки. Они такие необычные. Они круглые, с такими там какими-то... вот такие они все, как яички, как будто бы там вот точечки, точечки, точечки на них. И сделаны такие грубоватые немножко, но мне нравятся такие бусины. Эти бусины диаметром 8 на 5,5 миллиметров высотой. И такого же плана бусинки. Вот эти, их всего тут... мало штук, не помню сколько. Давайте посчитаем. 7 штук. 7 штук это странное количество, но да, вот у них... Сейчас попробую лампу навести на них. У них такое... Вот сейчас видно. Видите, точечки, точечки, точечки на них. Симпатичные бусинки. Красивые. Эти бусинки 10 миллиметров. Ну, они вот подходят к этим маленьким бусинам, что я вам показывала. И вот такие бусинки проставочные. Чем они мне нравятся, что их можно, они входят в цилиндрики, они входят в бейлы. Когда бейл есть с крупной дырочкой, вот этот цилиндрик входит в него, и получается, видно только вот одну часть бусины, и красиво закрывается бейл, дырочка в бейле. Такие вот бусинки. И последний, по-моему, я их уже у кого-то видела, но они мне, но я их заказала тоже уже. Вот такие длинные, золотые. Как они называются, я вам сейчас скажу на французском. Они называются, ну, в общем, как булочки. Есть булочки такие французские, круассоны. Вот, вот вы видите, они закручены, как круассон. Поэтому их можно назвать бусины-круассоны. Очень красивые, чернёное золото. Их тут... 20 штук в упаковке. Длина у них 25 миллиметров. 2,5 сантиметра. Вот такие длинные, красивые бусины. Ну, обычные проставочные. Я сказала, я ищу красную медь. Но вот эти, они уж слишком розовые какие-то. Диски с фианитами. Их все знают. Их есть, они есть всех цветов. Черные. Под серебро, под золото, под бронзу. И вот я купила такие вот розовые. Слишком розовые на мой вкус, но темной меди, к сожалению, нет. Не нашла я. Вот такие очень красивые проставочные бусины для браслетов. Цветочки. А сзади у них для двух нитей вот распределение. Тут они такие коннекторы на две нити. Такие красивые цветочки. В упаковке их 20 штук. Еще симпатичных и много их. Таких вот соединителей, коннекторов. Их 80 штук в упаковке. Вот смотрите, с одной стороны у них вот
очень красивый рисунок. Левая сторона никакая, а вот правая у них очень красивая сторона. Можно их использовать и для двух нитей, и для одной нити, и для трех нитей. В общем, и вертикально, и горизонтально. Очень симпатичные элементики, маленькие. Сантиметр на сантиметр, почти 9 на 12. Но очень такие красивые. Чернёное серебро. Их 80 штук. Можно из них сделать цепь. Соединить их. И будет цепь такая интересная. И еще вот для цепи я купила вот такие красивые кольца с точками. Они называются. Тоже чернёное серебро. Их в упаковке 50 штук. Диаметр у них 2 сантиметра. Вот такие вот колечки красивые. Можно тоже их соединить в цепь. И будет очень красивое украшение. Почему-то два раза заказала вот такие вот черненого золота разделители. Понравились они мне маленькие. Разделители вот с одной на три нити. Можно сделать две нити, потому что они очень маленькие. Вот такие золотые, симпатичненькие. Размер у них 1,5 на 1,5 почти. 14 на 13. 20 штук в упаковке. Почему-то их заказала в двух посылках. Они пришли мне, не знаю. Понравились. И последние на сегодня разделители чернёное серебро и бронза. Есть два цвета, я микс заказала. Вот такие красивые разделители. Можно сюда вставить маленькие-маленькие кристаллики, можно не вставлять. На 5 разделения на 5, еще посередине бусинку. Из них можно сделать и кисть. Такую висюльку можно сделать, использовать как разделитель. Можно, наверное, использовать как сережки. Сережки я вообще сережками не увлекаюсь. В упаковке их 10 штук. То есть, не знаю, как их может быть 10. Давайте посмотрим. 5 и 5. То есть, непарно получается. Непарные они, а 5 и 5. Вот такие красивые разделители. Ну вот на сегодня, наверное, все. С фурнитурой такой попроще и фурнитурой, которая нужна практически все время, я закончила. Желаю вам успехов, показывайте свои работы, с удовольствием буду их смотреть. Счастливо!